Количество объектов 17, но я должен сказать, что эта работа продолжается. Вячеслав Викторович, мы на сегодня... Вячеслав, вот чтобы у всех было понимание, вот посмотрите на этот столбец и процентное соотношение количества объектов, обеспеченных подходами в результате первоочередного ремонта тротуаров. То есть это у нас как бы с вами итог будет года. На что мы выйдем? Предложение, Михаил Александрович, подчеркиваю, мы должны обсудить... скорректировать, потому что мне бросилось в глаза, что, смотрите, Фрунзенский 29,5, итог будет, Октябрьский 62,38, Волжский 34,04, Кировский, о чем я сказал, 11,4, Ленинский 38,34, Заводской 47,28, в среднем 37. Михаил Александрович, вот если мы берем средний показатель 37, мы все обделены. Вот мы когда говорим, почему в нашей области вот это не дают, а средний показатель хороший, как средний по больнице. Но есть морг и есть реанимация. Вот здесь вот, посмотрите, у вас тоже. Где морг? Какой район? А? Ну 11%. Почему? Вот смотрите опять, ну, мы начинаем, у нас ресурс для первого этапа есть, но, Михаил Александрович, тогда, если вы эти средства, которые мы нашли, их направляем, вот таким образом предлагаете распределить, добавьте из своих Кировскому району еще 100 миллионов, и он у нас сразу выйдет на другой показатель. Вы же это не учли, правильно? Кстати, я об этом и хотел сказать, что мы еще занимаемся и добавить Кировского района. Поняли? Это признак ума. Да. Нет, ну нам просто здесь, иначе мы никак не объясним. И площадь здесь меньше критерий, потому что площадь не отражает здесь показатели для сравнения, потому что районы по площади разные. Но, допустим, опять смотрите, вот Фрунзенский район по площади самый маленький, 36. Волжский больше, чем Фрунзенский, 32. А Кировский намного больше, 54. Поэтому нам надо вот здесь вот 11% в процентном соотношении поправить, и можно будет обсуждать. А без поправок здесь обсуждать, ну, как-то вот... Не очень справедливо. Мы с главой района на эту тему обсуждали, и на сегодняшний день он просто закончит пакет. Вот правильно, вот вы обратили, площадь 54, количество объектов 17. Мы проговорили, что еще... Михаил Александрович, там площадь площадью, вот просто о чем речь идет. Вот смотрите, да, площадь здесь, она приличная, но площадь здесь не является определяющим критерием. Вот этот вот критерий является определяющим. Вот. У нас по итогам с вами реализация первого этапа, здесь будет всего 11. А здесь почти в 5 раз больше. Здесь почти в 4 раза больше. А там в 6 раз больше. Ну, несправедливо по отношению. У нас в Кировском районе 133 объекта социальной сферы. И вот к 17 мы планировали просчитать еще порядка 30. И у нас будет примерно 35%, вот оно выровняется, вот эта цифра. Ну, вот к 17 еще порядка 30. Вы по количеству объектов им даете 17, а, допустим, в Октябрьском 68. Ну, посмотрите по другим. Если бы у них, ну, в нашем Кировском районе, если бы ситуация... была везде хорошая, то тогда по итогам реализации первой части проекта у нас все равно процент бы вырос, потому что у нас, ну, там тротуары нормальные. А раз они не нормальные, да и еще охватывают небольшую часть только объектов соцсферы, понятно, что здесь надо уже просто уделить этому внимание. Это, скорее всего... Мы доведем, Вячеславич, мы доведем это. А? Доведем это. Доведете, да? Хорошо, просто чтобы нам здесь справедливость восстановить. Хорошо. Куда вы сходите?